начнем нашу идеологическую, так сказать, подпитки нового члена нашей, так сказать, административной команды, которая занимается духовным воспитанием. Это Григорий, дорогой наш руководитель школы Десятников. Значит, поздравляю вас. Спасибо за команду, что приняли. Надеюсь, оправдать все доверие и развиваться. Хорошо, спасибо вам. Так, следующим, кого мы? Алексея. Так, где у нас подарок? Алексей с 23 февраля. Спасибо, да. Девушка. Владислав Репко, наш знаменитый 100-тысячник. Звезда многих проектов, сериалов, так сказать, которые, так сказать, любую историю может придумать на любой повод информационный. Поэтому спасибо за поддержку. Владислав, 23 февраля. Только кучней. Повыше, кто назад. Так, давайте. Вот, да, вот, вот. Не-не-не, вот в серединку. Давай. Сейчас, подождите. Вот, давайте. Ой-ой-ой. Я извиняюсь. Так, все причесались, улыбнулись. Все готовы? Так, готовы. Дим, поближе. Давайте, 3, 4. Теперь сюда, пожалуйста. Еще раз. Улыбаемся. Праздник же сегодня. И только подождите, я с вами. Надеюсь, мы в газете будем где-нибудь, нет? Не знаю, кому фото отдать. Ой, широкоугольник не взяла. Внимание, снимай, улыбаемся. Опа. Спасибо. 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 Все, всем здравствуйте. Спасибо. Позвольте вас поздравить, Александр, от имени моего персонала. Поздравляю всех. Ты там на нее что-то говоришь? 23 февраля. Я не поэт, но я скажу стихами. Друзья мои, сегодня вас весь мир приветствовать готов. С душой своей открытой. И даже Леня Голубков с женой свою Ритой. Как спец великий по финансам, желаю вам писать словья, спеть множество песен и романсов,
не меньше счастья и здоровья. И деньги, чтоб грести лопатой. А кой лопата маловато, я подарю свой экскаватор. И сердце вам свое придачу, а также под Парижем дачу. Но главное, не знать проблем, как мне когда-то... Ура! 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 Уважаемые участники системы, дорогие наши руководители, хочу, так сказать, от администрации поздравить вас с наступающим и с наступившим 23 февраля, Днем защитника Отечества. То есть, как вы все знаете, можно защищать Отечество в военное время, а в мирное время своим трудом, созиданием, своими идеями, той деятельностью, которой мы занимаемся, которая направлена на укрепление гражданского общества, которое направлено на развитие и экономики страны, на поддержание даже жизнеспособности. Фактически мы выполняем ту функцию, которую не может выполнить государство. Самая социально ответственная система и самый социально ответственный человек Сергей Пантелеевич Мавроди сегодня уже осуществляют и реализуют то, что другие наши, так сказать, государственные руководители только пишут в своих программах, только в выступлениях озвучивают, а мы без слов, без заявок это реализуем. Поэтому давайте поднимем бокалы за нашу систему, за вас, дорогие участники, и за Сергея Пантелеевича Мавродия. Ура! 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 Ура!